16-летний подросток Мираж Шаймерденов в одиночку задержал преступника, находившегося в розыске за убийство. Мирас, ученик 10 класса школы-лицея номер 7 города Щучинск Акмолинской области, о неизвестном, скрывавшемся на частной территории, он узнал от рабочего. Увидев постороннего мужчину в агрессивном состоянии, он позвонил в полицию и сообщил об инциденте, рассказали в ведомстве. Стражи порядка по описанию узнали разыскиваемого и направили на адрес наряд. Но дожидаться полицейских школьник не стал. Осознавая опасность нарушителя для остальных граждан, храбрый подросток скрутил злоумышленника и удерживал его до прибытия сотрудников. За героический поступок в департаменте полиции региона Мирасу вручили наручные часы с гравировкой, а его маме Гульзат Шаймерденовой за добросовестное исполнение родительских обязанностей вручили благодарственное письмо. Наградить благодарственным письмом маму Шаймерденову Гульзат Амагамбетовна. Подозреваемого наградить ценным подарком, наручными часами, Турсунбек Мираса Жандосова.